Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные и сытные тефтели с овсянкой в духовке, блюдо, которым можно накормить всю семью. Для этого нам понадобится 700 грамм мясного фарша, 250 миллилитров воды, 150 грамм томатной пасты, 130 грамм овсяных хлопьев «Геркулес Алейка», 150 миллилитров молока, 2 луковицы, 2 моркови, 3 столовые ложки подсолнечного масла «Алейка», 1 яйцо, 1 чайная ложка соли, пол чайной ложки молотой паприки, 2 зубчика чеснока, пучок зелени петрушки. 130 грамм овсяных хлопьев «Алейка» высыпать в большую миску. Добавить 150 миллилитров горячего молока и перемешать. Оставить на 10 минут. Измельчить пучок зелени петрушки и 2 зубчика чеснока. Луковицу мелко нашинковать. В миску с хлопьями добавить 700 грамм мясного фарша, измельченную зелень петрушки и чеснок. Добавить 1 измельченную луковицу, яйцо, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки паприки. Хорошо перемешать. И оставить на 10 минут. Вторую луковицу мелко нашинковать. Морковь натереть на крупной терке. Влажными руками сформировать небольшие тефтели и выложить в глубокую форму для запекания. Приготовить томатный соус для тефтелей. Для этого на сковороде разогреть 3 столовые ложки подсолнечного масла «Алейка». Добавить нашинкованную луковицу и тертую морковь. Обжарить 1-2 минуты. Освободить середину сковороды и добавить 150 грамм томатной пасты. Немного обжарить, помешивая. Влить 250 мл воды и добавить пол чайной ложки соли. Готовить на медленном огне 5-7 минут. Полить сверху тефтели томатным соусом. Запекать в духовке 40 минут при температуре 180 градусов. Достать и немного остудить. Тефтели с овсянкой в духовке готовы. Можно подавать к столу. Приятного аппетита!